Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вас убедить в том, что скилл некоторых статистов, в том числе и мой, он никак особо так не подкреплен какими-то моими сверхдействиями. Скорее, он больше расцветает, потому что скилл он есть не за счет того, что я делаю что-то там сверхзамудренное. Не сказал бы, чтобы я играл там вообще ужасно, но я играю средне. Но при этом, при всем, те игроки, которые в рандоме сейчас находятся, они не играют даже и в половину того, как играю я. Плохо это или хорошо, не знаю. С одной стороны, это хорошо. Смотришь, как играют вокруг все в тунчики, и понимаешь, что ну, просто это смешно. Иногда просто угораешь прям до слез, ржешь, как эти танкисты вокруг тебя клубятся. Кто-то там установил XVM, и у него там кровь за глаз идет при виде фиолетового цвета, и он обувает свои коньки, берет свои перчатки грабли и бежит просто по песку в коньках с граблями в руках, и на голове у него просто такая шапка с пивными банками по краям, из которых торчат трубочки. И просто он бежит, тут такое вот чудовище, пыхтит, шумит, там у него кровь из глаз идет. Он бежит за тобой, у него там загорелся фиолетовый цвет. Ну, просто генерал в атаке. Есть люди, которые просто, он там отбитый, валяется где-то, он там что-то там пытается соображать, где-то враг проехал, оп-оп-оп, там мысли в голове начинают двигаться, а нет, показалось, нет, сейчас, минуты две прошло, ой-ой, враг проехал, оказывается, он там, у него там медленные вращательные соображения в голове, там, просто не успел. В следующий раз, может быть, повезет. Есть заядлые там какие-то люди, которые все, я экономист, я экономит буквально на всем угодно, выходит в бой буквально в трусах, просто экономист вышел в бой тупо в труселях, все одеты по последнему слову техники, там стараются быть в чем-то сильнее, все в себя вкладывают, лишь бы быть как можно сильнее, чтобы реализовать свой потенциал. И среди этого всего выходит голяка. Тупо голяка вышел, я победю, я экономист, просто без снарядов, без камуфляжа, без ничего, просто голяка вышел, я экономить. Все, сейчас как горы серебра наэкономлю, победю. И ты тут играешь с этими чуваками и понимаешь, что ты обычный челик, обычного скилла, играешь в картошку, и тут вокруг тебя этот хаос. Ну, слава богу, там хотя бы раз в неделю попадается один нормальный игрок. Окей. И ты... Да что ты? Ты, я. Я в шоке. В шоке, когда вижу нормального чувака в игре. Когда меня начинают пробивать или грамотно что-то делать, я такой, типа, чё? Чё ты делаешь? Ты что, играть умеешь? Это же картошка. Здесь никто не умеет играть. Мы 7 лет играем в одинаковую игру, мы не умеем. Ты чё творишь? Успокойся. Не надо так. Мы не умеем играть. А ну, давай там прекращай вот это вот. И тогда там просыпаются в тебе там силы победюна, и начинаешь там что-то придумать, чтобы его победить. Ну и это какой-то челлендж, раз в неделю челлендж. Встречается нормальный игрок в рандоме. Но все-таки с горем пополам я с ними еще справляюсь. Мне кажется, еще годик пройдет, и таких людей я буду встречать раз в месяц. И не факт, что я буду вспоминать, как вообще в эту игру играть. Потому что иногда играешь вверх ногами, сидя на голове, левой пяткой, пьяный, сонный, без монитора, и все равно побеждаешь. Вот такая вот беда.
С одной стороны, да, это весело, прикольно, но с другой стороны, нету какого-то соревновательного азарта. Нет каких-то там лиг, нет каких-то разделений. Не надо там рандом делить. Просто нету никакого вот соревновательного духа в игре. Просто вот эта вот свалка людей, которые играют непонятно как, высыпается в рандом. И ты среди них такой, типа, что я тут делаю? Это все равно, что адекватного человека закрыть в дурдоме, и он такой, типа, там, что я тут делаю вообще? И сам с ума сойдешь. Я ничего против этих людей не имею. Пусть в жизни они там кто угодно. Премьер-министр, генерал, топовый доктор, там, кто угодно. Но в игре это просто цирк. Вот и получается, что с одной стороны смешно, а с другой стороны развиваться смысла, скиллу особо нету. Ну, приходится делать перерывы, скучно становится. Когда ты достиг какой-то планки и тебе нет смысла расти дальше, то ты, заходя в бои, играя просто так на расслабоне, делаешь хороший результат. Пока тебе смешно, весело, да, прикольно. Но настает время, когда оно приедается, и однообразие это такое. Все-таки хочется иногда хотя бы, чтобы встречались скиллованные команды на скиллованные команды. Может, мне кажется, но раньше зеленых игроков было в рандоме больше. А зеленый игрок — это не всегда рак. Иногда зеленый игрок, если старается, то он показывает нормальную игру. Конечно, в большинстве случаев и бирюзовые игроки днище донное, которые там наковыряли статистику в песке. А игрок, который статистику набил в песке, у него скилла нет никакого. Потому что на более высоких левелах совсем другого уровня скилл. Совершенно. С одинаковым ВН8, да и любой другой статистикой, песочный игрок с одинаковыми циферками в миллион раз хуже высокоуровневого игрока с такими же циферками. Он просто высокоуровневый чувак сломает его в нулище. Причем и на низком уровне, и на высоком. В принципе, с вами был Чалварчик. Играйте красиво, пока.